Здравствуйте, хочу сказать, что в этом видео я показываю нашу улицу Комиссара Щербины 10 с пересечением улицы Воровского. Посмотрите, какая грязь. Проживаем мы здесь уже более 15 лет. Вот. Всегда вот такой вот у нас вот грязь, неопиленные деревья. Подходы к подъезду, ну, очень тяжелые, да. Вот, смотрите, лужи. Неприятно. Очень тяжело подбираться к дому. Грязь, мусор, все вот это вот. Неопиленные деревья. Очень тяжело. Так что есть. Можете что-нибудь предпринимите, пожалуйста. Потому что приезжали сюда и с администрации. Смотрели на это все, что-то обещали. Но помочь нам ни в чем не помогали. Только обещание. Вот. Так что спасибо. Вот улица Комиссара Щербины 10. Во дворе не пройти, не проехать. Одни лужи, грязь. Никому ничего не надо. Сколько раз писали, просили, ничего не делают. Света у нас здесь тоже нету. Так что вот так вот живем. К подъезду не пройдешь. Вот одна грязища.